Забитые представляют. Помню, когда был еще совсем юный, то самое время искренних открытий. Хотел вырасти каким-то великим человеком. Тогда я мечтал, как и многие, стать космонавтом и бороздить пространство Вселенной. Хотел сделать и нечто большее. Творить, создавать, выдумывать. Но жизнь так быстро бежит. Я не успел оглянуться, как повзрослел. Я все еще мечтал. Мечтал найти себя, свое дело. Я единственный, кто это делает практически, и мне очень страшно. Я думаю, будет все заебись. Но жизнь меняется. Каждый может быть каждым. Какие-то особенно тебе было просто... Я наткнулся на интересных ребят, и это изменило мою жизнь. Один из лучших в Петербурге, да и вообще в России, мастеров бодимодификации – Александр Александрович Ракет. А Саша Ракет, который нам прокалывал? Да, ваш любимый. Знакомьтесь, это я.